Всем привет, с вами Либо Мэйсон, и сегодня я снимаю свое первое видео. Это видео тег знакомства, так что погнали. Мое имя. Люба. Да. Это очень секретная тайна, так что... Муракыш. Муракс. Да свали отсюда. Так, в каком городе ты живешь? Твой возраст. Сейчас очки поправим. Ай, блин. В каком городе ты живешь и твой возраст? Я живу в городе Санкт-Петербург, и мне 14 лет. На какую тему я буду снимать видео? Я буду снимать достаточно на разные темы. Это будет зависеть от вас. Потому что некоторые темы можете выбирать, и вы писать мне в комментарии, какие мне снимать видео. Либо, допустим, сколько у меня будет подписчиков, такие будут видео. Ну, вот так вот. Как часто будут выходить видео на мой канал? Я буду стараться выкладывать, видео, наверное, 3-4 в неделю. Это будет зависеть от моего настроения и вообще моих идей. Если у меня ник, да, у меня есть ник Барсик. Это ник, который у меня в школе, потому что я Любарсик, Люба и Барсик. Почему я решила снимать видео? Я даже не знаю почему, у меня всегда был раньше канал, я снимала. Мне это почему-то не очень сильно нравилось, в первое время нравилось, но потом просто мне было лень монтировать, снимать. Снимала я очень много видео, но монтировать мне было очень лень, делать обложки, я такая типа, и все, и забросила. Создала потом второй канал, снимала видео, мне тоже как-то не очень нравилось. И опять создала третий канал, надеюсь, сейчас лето, я не буду такой ленивой, как раньше. Пробовала я себя в съемке видео, да, я уже вам говорила, что раньше я снимала видео. Какое устройство я буду снимать видео? Там на мыльницу. Так что вот так вот. Как я узнала о YouTube и от кого? Вообще, о YouTube я совершенно случайно узнала давным-давно. Я просто сидела в интернете, что-то какую-то надпись набрала, и высветилась YouTube, я зашла, и там были видео. И вот так вот я полюбила YouTube. Передать тег кому-нибудь другому начинающему видеоблогеру. Мне никому передавать, так что если ты еще не снимал видео, и ты хочешь стать начинающим видеоблогером, то я передаю именно тебе этот тег. Так что снимай тег знакомства, я буду их смотреть. Главное, пиши в коммент, что ты его снял. Лайкать, я всех вас очень люблю. Целую.